Я ощущаю на себе кризис, потому что мои дети, моя семья и я летаем в отпуск в самолете эконом-класса. Я вам ответил. Потому что действительно кризис, действительно меньше концертов, меньше гонорары, меньше все что угодно. Людям вообще непросто, реально непросто. В Москве еще, может быть, это не особо чувствуется, потому что в любом случае здесь какой-то загул такой уже постапокалипсис. А вот в других городах, когда закрываются заводы и люди остаются без работы, там кошмар. Да, мне очень сочувствую всем, кто попал под это вот жернова кризиса. Держаться, держаться, как я говорю, подтянуть пояса и держаться.